И вновь трагедия. Несколько минут назад пришла трагическая новость из города Санкт-Петербурга. За 10 дней месяца декабря вот уже 27-я потеря в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня действительно большая потеря, потому что от нас ушла звезда художественных фильмов, сериалов, театральных постановок. Сегодня скорбит весь актерский мир российского шоу-бизнеса. В последнее время звезды уходили у нас в связи с пандемией, в связи с несчастными случаями. Сегодня же звезда ушла по причине длительного онкологического заболевания. Звезда российских фильмов боролась с коварным раком более 9 лет. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушла звезда фильма «Географ Глобус Пропил», постоянная подруга и партнерша актера Константина Хабенского. Глава благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Алена Мешкова снималась в таких фильмах и сериалах, как «Паутина», «След огня», «Географ Глобус Пропил», «Полнолуние», «Двое в воде» и многие другие. У Алены Мешковой остались муж и двое маленьких детей. Ей было всего 37 лет.